Привет-привет, добрый день, дорогие друзья. Сегодня день рождения нашего комедийного актера Михаила Кокшонова. Похоронен он на Новодевичьем кладбище, семейное захоронение. Никого нет, нет посетителей у его могилы. Стоят только искусственные цветы. Дорогие мои, не забывайте наших актеров, актрис. Давайте посещать их могилы, вспоминать их работы в фильмах, спектаклях. Ну, вот такая вот ситуация. Так что пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.